Здравствуйте, друзья! Сегодня я познакомлю вас с еще одной очень вкусной выпечкой татарской кухни. Удивительный, незабываемый татарский сметанник. Это открытый пирог со сметанной начинкой. Вы только посмотрите! Воздушный ванильный сметанный крем на основе из нежного песочного теста. Это так вкусно! А готовится он очень просто. Для теста мне надо 200 грамм сливочного масла, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 яйцо, полстакана сахара, 300 грамм муки. Для крема 500 грамм сметаны, 5 столовых ложек сахара, 4 яйца и ванилин. Замешиваю тесто. Растираю масло с сахаром. Добавляю яйцо. Размешиваю. Добавляю муку с разрыхлителем и замешиваю тесто, собирая его в шар. Готовое тесто распределяю в смазанную форму. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Делаю бортики. Обычно татарский сметанник делают из дрожжевого теста, но мне больше нравится здесь песочное тесто. Тесто надо распределить так, чтобы оно было везде равномерно. Делаю начинку. В миску выливаю сметану, добавляю 5 столовых ложек сахара, ванилин, яйца и взбиваю до растворения сахара. По желанию можете добавить цедру лимона. Выливаю крем на тесто и украшаю. Сметанник выпекаю при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готовый сметанник оставляю в форме до полного остывания. Охлажденный сметанник перекладываю на блюдо. И можно пить чай. Как видите, готовится он очень просто. И посмотрите, какой он красивый. А вкус – сама нежность. Это любовь с первого кусочка.